Встречайте, ведущий игры Артур Низамов. I love you, и ты меня тоже. Мурашки по коже, на глазах у похожих. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на полуфинал юниор-лиги Республики Башкортостан. Слушай, я всегда рад быть частью такого замечательного события, как игры юниор-лиги Республики Башкортостан. Ведь помимо того, что мы с вами классно, приятно и смешно проводим вечер, так еще и можем полюбоваться на наше будущее, на этих ярких, талантливых детей. Давайте им отдельно поаплодируем, этим маленьким звездочкам, стоящим на этой сцене. Что ж, как я уже сказал, сегодня полуфинал. За путевку в главную игру сезона поборется аж 13 коллективов, поэтому не хочется долго затягивать, а поскорее начать эту игру. Мы начинаем КВН. Прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить, что игры проводятся при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на средства гранта главы Республики Башкортостан, а также при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике. Здесь аплодисменты. Так, как я уже сказал, 13 коллективов, давайте с ними более плотно познакомимся и заодно наградим их вашими аплодисментами. Итак, город Стерлитамак, гимназию номер 1 представляет сегодня команда «Одноклассники». Гимназию 86 представляет сегодня команда «Сборная плохих учеников». Еще одна команда из 86-й гимназии под названием «Level Up». «Сказки на ночь», центр образования 159. Команда из гимназии 91, команда «Сила небес». Также команда из 86-й гимназии, команда под названием «Момент». Центр образования 76 представляет сегодня команда «Свои». Также сегодня принимает участие команда из башкирской гимназии 48, команда «Сетэкей». Еще одни гости нашей столицы из Стерлитамака, конкретно из школы номер 11, команда «Та самая». Лицей номер 106 «Содружество» представляет сегодня команда, которая так и называется «Содружество». Девчули, гимназия номер 86. Команда из гимназии 82, команда «Годненько». И наши гости из Оренбурга, команда «Лавыз». Что ж, со всеми командами познакомились. Я думаю, можно еще раз наградить их громкими аплодисментами и переходить к знакомству с членами жюри. Итак, сегодня в судейской коллегии представлены председатель местной общественной организации «Клуб веселых и находчивых города Уфы и Республики Башкортостан» Тимур Шайхуддинов. Руководитель ОНО «Многодеток», председатель правления студенческих отрядов Республики Башкортостан, член президиума регионального политического совета партии Ирина Сухарева. Председатель комитета по делам молодежи города Уфы Роман Янгуров. Участник высшей лиги Международного союза КВН на Первом канале в составе команды КВН «Особое мнение». Участник премьер-лиги КВН на Первом канале в составе «Лица республики». Участник лиги городов, чемпион Центральной лиги Поволжья, официальной лиги Уфа в составе «Парни из Уфы» Эрик Тукаев. О! Ни у кого столько регалий нету, вы посмотрите. Популярный лайфстайл-блогер, бизнесмен Рома Жук. Советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с детскими и молодежными общественными организациями на общественных началах. Председатель Совета регионального отделения общественного государственного движения детей и молодежи движения первых Ранис Хасанов. Я только договорил, вы уже сели. Вот столько у человека регалий. Участник Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа», чемпион официальной лиги Уфа в составе команды КВН «Почти» Илья Ворогушин. Что ж, на этом все члены жюри представлены. Осталось только пожелать командам ни пуха, ни пера.
Что ж, перед тем, как мы начнем, хотелось бы немного рассказать про схему сегодняшней игры. 13 коллективов поделены на 2 блока, в каждом блоке по определенному количеству команд. Из каждого блока, в каждом блоке у нас будет 2 конкурса, о втором я расскажу чуть позже. Начнем мы, конечно же, с традиционного приветствия. С каждого блока у нас проходит напрямую в финал по 3 команды. Дальше, как решат наши многоуважаемые члены жюри. Что ж, давайте встретим первую команду, которая будет открывать первый блок. Команда гостей нашей столицы из города Стерлитамак, поэтому я думаю, нужно показать, как мы здесь встречаем наших гостей. Команда «Одноклассники», гимназия номер 1. Поехали! А мы по жизни уверены, хоп-хоп, наш юмор точно проверенный, хоп-хоп, и ваше сердце уверено, хоп-хоп, двигаясь четко, намеренно, хоп-хоп. А мы за Стерли, Стерли Тамака, для всех наш город, как башкирская Монако. А мы за Стерли, Стерли Тамака, мы детские, как будто родились в Чикаго. Как вы помните, мы из гимназии, поэтому мы начитанные и умные, и знаем все симфонии Рахманинова. И восхищаемся Скибиди туалетом. Тебе, походу, мама не зря под горшок постригла. Маляка, спой песню, разряди обстановку. То сей рассадка идет, то сейчас сядет со мной Света, Лена, Вика. Фу, жирный Максим! Жирный Максим всю парту занял один! А у меня вопрос, почему есть равнобедренные треугольники, но нет красивобедренных заучей? Миша, ну когда ты уже начнешь шутить на актуальные темы? Итак, актуальная тема! Кампус есть, но выляди, все блестит, сияет. А стипендий студентам так и не хватает. Ну что, полетели на крыльях юмора? Мы как слоны упали. Представьте, сын спрятал папе ремень после родительского собрания. Сынок, 5 двоек за четверть, как так? Ты чё, обнаглел? Ну да, и чё ты мне сделаешь? Очень подготовленный ботаник. О, идет! Сам чушпан! А ты кто такой? А я препод алгебры, и я тут самый подготовленный ботаник. Здорово, пацаны! Мы как слоны упали. Отличники, которые не любят, когда у них списывают, очень похожи на собачек. Пс, Миш, дай списать. Я сам ничего не знаю! Мы как слоны упали. Теперь представьте, казник на последний звонок. И победителя объявит директор школы! И побеждает пара под номером 1! И пусть не думает... No! И пусть не думает, что дочь директора побеждает легким путем! Мы как слоны упали, все горят мы инопланетяне, с безумными влюбленными глазами. Мало кто знает, но 100 лет назад город Стерлитамак был столицей Республики Башкортостан. А тогда почему сейчас столица Уфа? Потому что никто в классе не хочет быть старостой.
Стерлитамак не Ницца, но учбачмаки вкуснее, чем пицца. Когда ты здесь не хочется материться, да и пускай наш земной диско-шар кружится под башкирский диско. На сцене была команда КВН «Одноклассники». Спасибо! Это была команда из Стерлитамака «Одноклассники». Давайте еще раз поаплодируем. По-моему, классное начало игры. Что ж, я напоминаю нашим членам жюри, что дальше с одного блока у нас проходит по три команды. В конце, ну, мы выставляем оценки и по итогам оценок определяем три команды, которые напрямую проходят, поэтому можно уже делать себе какие-то пометки после этого выступления. А дальше у нас выступление команды из гимназии 86 под названием «Сборная плохих учеников». Ваши аплодисменты. Прямо сейчас на эту сцену выйдут люди, для которых оценка 3 это, ну нифига себе, нормально, хоть не 2. Люди, которые носят подвороты зимой, но не считают себя отмороженными. Если ваши коленки трясутся, когда вы слышите название этой команды, это значит, что вы хилый очкарик. Встречайте, сборная плохих учеников. Минимум, минимум слов, минимум, минимум стресс. Очки пресс, пасы пресс, минимум гейс. Все-таки соцпедагог неплохо так за нас рубается. Перед вами сборная плохих учеников. Здорово, уважаемые. Еще 5 минут! Слышь, это у меня у первого усы выросли. Ты чего это? Да так, с химичкой зацепились. Будьте аккуратнее, не потеряйте сознание. Это крутой дэн! Я сейчас в парке мужика в игру «Кто первый моргнет» выиграл. И что в этом крутого? Это был памятник Салавату Юлаеву. Ладно, хватит дурачиться. Давайте покажем все, на что способна сборная плохих учеников. Будем таксовать и врать всем, что у нас есть свой бизнес? Нет, покажем миниатюрки. Посмотри, как горит на вечерней колорит фиолетов фонари. Я не дам тебе любви. Родители увидели, как их сын учится целоваться на помидорах. Скотина ты такая! Мы же в магазине! Теперь их покупать придется! Посмотри, как все горит на вечерней колорит фиолетов фонари. Я не дам тебе любви. Скоро 8 марта, а это значит, что в каждом классе с творческим номером будет выступать вот такой вот пацан. С 8 марта поздравляет вас Серега! Пусть в жизни будет все у вас клево! Спасибо, нам очень приятно! Да не за что, ладно, все. По росту строимся, начинаем урок физкультуры! Посмотри, как все горит на вечерней колорит фиолетов фонари. Я не дам тебе любви. На каждой школьной дискотеке есть два пацана, которые оделись круто, но танцевать не собираются. Объявляется медленный танец. Приглашайте свою вторую половинку. Звездный в луже, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Ну давай, давай, газанем. Звездный в луже, делить. Целуйте мой контракт. Весельки на моих руках. Куклу Мастерхай. Мне пара, но в любви. Ну и в конце, если наша команда пройдет финал, мы пообещаем, что перестанем хулиганить. Беремся! Мы больше не будем угорать над задротами, ведь Level Up с нашей школы тоже выступают в юниорке. Клянемся! Мы больше не будем клеить жвачки под стол, все-таки это столы для жюри. Рома Жук и без нас неплохо справляется. Клянемся! Что больше не будем докапываться до задротов. Простите нас, Эрик Тукаев! Так, ладно, не получается у нас. Давайте будем такими, какие мы есть. Сборная плохих учеников! Всем общий, не прощаемся. Ты так хороша, но не моя, не подошел, эх, было... Еще одна прекрасная команда, давайте поаплодируем им, по-моему, классное выступление было, хорошо начали. Да. Еще одна команда из гимназии 86 представляет сегодня команда Level Up. Под ваши аплодисменты.
сами люди, которые большую часть времени посвящают играм. Одним словом, на сцене задроты. Level up, игра началась. Мы пришли играть в КВН, потому что хотим вместе попробовать пройти эту игру. Это что, придется махаться с Тимуром Шайхудиновым? Нет, нужно смешно шутить. Фух, слава богу, думала, в полуфинале правила поменяли. Существует поговорка: семеро одного не ждут. Они сразу в компы валят. Не удивляйтесь, это они геймеры! Что вы подготовили для полуфинала? У нас для всех зрителей есть много подарков. Новый телефон Redmi Note 7. AirPods, Powerbank. Да, что только в гардеробе Конгресс-холла не найдешь. Совсем с ума сошли. Теперь мы точно проиграем. Просто вам нужен я. Привет, земляне. Это что за доставка Delivery Club? Вы что, это коренной житель Уфы. Это еще почему? Ну посмотрите, какие у него узкие глаза. Сразу видно, истинный башкир. Ну и как он нам поможет победить в юниор-лиге? Да чего, он знает много молодежных трендов. Смотри. Тихо, тихо. Мне 438 лет. Видишь же, что из-за таких танцев у меня в глазах потемнело. Здорово, здорово. А это что, инопланетяне? Нет, это пацаны только что с физкультуры вышли. Поверьте моему носу, пусть они лучше скафандры будут. Кстати, пользуясь случаем, хочу сообщить о пропаже. С нашей планеты сбежало существо, которое любит считать и ужасно некрасиво улыбаться. Так и знаю, что куница в центре нашего города не с нашей планеты. Команда КВН Level Up. Надеемся, что наша команда пройдет финал. Либо мы вас с Лехой по IP вычислим. Игра окончена! Можно, да, можно не переставать аплодировать, да. Отлично, замечательно. Идем дальше. Следующая команда из Центра образования 159. Команда называется «Сказки на ночь». А мы вступать и вот так вот рифму подбирать. Жиши, пиши с буквой И. На сцене «Сказки на ночь». И как вы поняли, мы очень интеллектуальная команда. А вы знали, что панда – самое древнее животное? Прикиньте, она все еще черно-белая. А еще это Леша, и он самый мужественный парень нашей команды. Да, я шампунь без слез прям в глаза лью. Леди и джентльмены, вашему вниманию представляем первого ребенка, так сказать, пробника меня, Кирилл. Мы пришли сюда, чтобы помочь вам пройти финал. И что это за прикид? Ты чё? Это же батин счастливый костюм. Он в нём 5 раз женился. И все удачно. Мне иногда кажется, что Кирилл в вашей семье приемный. Ну ты посмотри на него. Родители бы точно такого не выбрали. Ну а пока они решают, кто из них красавица, а кто чудовище. Сказки на ночь. К номерам. Let's go. Hop, 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 hop.
давайте представим. Сын 5 лет показывает отцу один и тот же скриншот оценок. Стоп. Ты в каком классе? В 9-м. Окружающий мир? Ну 5 же! Вот его и будешь наука сдавать. Молодец, чемпион! Батя дал порулить. Плавно, плавно, сцепление не бросай! Но в самолете нет сцепления. Блин, всегда забываю. Ладно, иди фары протри. Ну, пап! Когда старшеклассник сказал пятикласснице те самые три слова. Не бегай, малая. Он назвал меня малая! Ну а мы решили не оставлять без внимания юбилей города. И подготовить для него гайд по Уфе. Внимание на экран. Всем привет! Это экскурсия по самым знаменитым местам нашего города. С нами на связи наш корреспондент Камила Прекрасная. Здравствуйте! Отлично выглядите! Спасибо! Вы тоже ничего. Следуя традициям, начнем с исторической справки. В нашем городе есть давняя традиция называть все значимые места в честь Салавата Юлаева. Памятник Салавата Юлаева, сад Салавата Юлаева, хоккейный клуб Салавата Юлаева. Ну и, наконец, самое популярное место нашего города – пробка на проспекте Салавата Юлаева. Ну а теперь передаю слово нашему единственному и поэтому специальному корреспонденту. Кирилл, расскажите о городе. В нашем городе есть набережная, что славится своими легендами, самые известные из которых о том, как администрация обещала ее обустроить. А это арт-квадрат. И если вы здесь встретили молодую пару на фотосессии, значит парень где-то накосячил. А на этом мы заканчиваем наш репортаж. Смотрите далее. Шоу на ножах в школьной столовой. Вы не вывезли полную посадку! Ну а что хотелось бы сказать в конце? Хоть мы не батин салют на Новый год, но надеемся, попали в каждого. Спасибо! Идем дальше. Далее у нас на сцене появится команда с самым молодым составом в юниор-лиге. Самые маленькие участники у нас здесь играют из гимназии 91. Команда, которая называется «Сила небес». Под ваши аплодисменты. Зачем мы в команду взяли Карлсона? Просто нам скоро историю России изучать. Этот мужик с недавних пор ее полностью знает. Сила небес на сцене! Добрый вечер! Мы тут узнали, что скоро будут какие-то выборы, на которые детям ходить нельзя. А почему детям, когда они дают делать выбор самим? Не парься, у взрослых в этот день то же самое. Будет небеса жарко, сложит о героях песни. Надо жить ярко. Кстати, именно так для нас выглядит материнский капитал. В смысле? Ну просто все бабки мимо нас прошли. Ребят, чтобы пройти дальше, нам нужно сделать залу какой-то подарок. Чем вы это сделали? Совмещаем приятное с полезным. А зрителю приятно. А мы проверим чего. Рядом конфет попа слипается. Наконец-то настал полуфинал. А нельзя было нормально рэп зачитать? Нет, по нам же видно, что мы еще пока только по слогам можем. Ребята, понимаете, что нам нужно пройти в финал? Так у нас для зала есть подарок. Вообще-то мы так
уже делали. А почему тогда Эрик Тукаев такой недовольный сидит? Потому что проверка тела прошла успешно. Папа, ослиплась! Кстати, о взрослых. В жюри сидит председатель комитета по молодежной политике. Давайте проверим, достоин ли он быть полноправным председателем. Роман Олегович, можно вас на сцену? Ого, так быстро. Наконец-то молодежью занимается реально молодой мужчина. Не, стойку не нужно. Он с приветственным словом выступать не будет. Так, Роман, чтобы стать настоящим председателем по молодежной политике, нужно двигаться как молодежь. Ну вот, флешмоб с молодежью на видео сняли. Теперь есть чем перед руководством отчитаться. Настоящим председателем молодежи вам нужно научиться самым важным молодежной политике. Работать с молодежью? Нет, правильно подписывать благодарственные письма. Ну а все, провинскую фанапу он нам подписал. Поэтому в финал мы пойдем на Чили. Роман, курс молодого председателя вы прошли. Можете присаживаться на свое место. Спасибо! Мама, купи песика с маленьким круглым носиком. Глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Дорогие друзья, ну и в конце. В юниор-лиге команды, чтобы пройти дальше, усиляются участниками помладше. Уважаемые жри, если что, мы уже в процессе. С вами была команда «Квен Сил Небес». Спасибо! Я тебе небо дарю, я тебе звезды дарю, я тебе целую жизнь. Хотелось бы напомнить, что игры проводятся при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на средства гранта главы Республики Башкортостан. Здесь отдельные аплодисменты. Напомню членам жюри, после выступления этой команды мы пригласим все команды первого блока на сцену. Вы выставите оценки за конкурс приветствия. Максимум за этот конкурс 5 баллов. Давайте еще раз поаплодируем, поддержим ребят из 86-й гимназии. Команда КВН «Момент». Ведущий игры Артур Низамов. Ягода малинку, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Добрый вечер, меня зовут Артур Низамов, и вы смотрите выступление команды КВН «Момент». Соня! Ладно, ладно, вернусь законному владельцу. Не мой ведущий, это скучно. Команда КВН «Момент». Похайпимся! На сцене современная молодежь 86-й гимназии. Люди, которые любят все электронное. Гаджеты. Компы. И даже электронные деньги. О да, короны Бургер Кинги – это тема. Кстати, знакомьтесь, это Артем. Он у нас в свободное время ходит в качалку. О да. Как видите, мало у человека свободного времени. Соня! Ребят, наша команда не карман старых треников. Зачем нам тут каждый на сцене нужен? Слышишь ты, чувачуп, супавший на ковер? Я сейчас своего парня позову, будешь с ним разговаривать. Опа! Малыш, постой, все парни у тебя до меня отстой. Селена мне сказала, хочет быть со мной. Степа, ты чего? Какой Степа? Я Тарзан. А это кто? Я Лиана. И я Лиана. Вот видите, я как настоящий Тарзан. Передвигаюсь по лианам. Слышь ты, типичный серфер из американских фильмов. Еще...
Еще раз тронешь мою девушку, я твои заросли на башке покромсаю. А если так? Еще одно движение. Я помою и волосы сам дешевым шампунем из Экспресса. Если хоть один волосок упадет с ее головы из-за этого шампуня, тебе не поздоровится. Выйдемся в тихом месте, где нет людей. Я не пойду в торговый центр Июнь. Стём, ты дурак, он имеет в виду джунгли. Ребята, нужно спасти мою девушку. Хотя скоро 8 марта, появился Вадик сэкономить на подарки. Стёпа! Да ладно, ладно, пошлите. Где-то в диких джунглях на необитаемом острове. Первое правило джунглей. Чтобы уберечь себя от диких животных, нужно знать их язык. Это тигр. Правильно. Это слон. Правильно. Достаем двойные листочки. Это змея, которая проводит контрольную за 15 минут до конца урока. Отлично. Слышь ты, волосатый Кинг-Конг, быстро отпусти мою красотку. Она останется со мной навсегда. Этого не будет. Я куплю тебе банановую фрутоняню. Тогда я не против. Ну все, тебе хана. Мелкий. Целься, плюй. Практиковался. Стёпа, ты меня спас! Теперь 8 марта я все-таки получу фен Дайсон! Брат, с такими запросами надо было в нее целиться. Так, это вам не передача «Зов джунглей». Давайте лучше заканчивать. Ну и в конце, хотелось бы обратиться к жюри. Если вы будете сомневаться, пройдет ли наша команда финал, то обратите внимание на Тихона. Ручка есть, бумаги дофига, вам не поздоровится. Команда КВН «Момент». Спасибо! Я в момент, и пролетел, который меня не заметил. На своей группе мне навстречу. Что ж, это были все команды первого блока, и под ваши аплодисменты я приглашаю все команды этого блока на сцену. Что ж, пока команды выходят, напомню еще раз многоуважаемым членам жюри, что сейчас мы ставим оценки за конкурс приветствия. Максимум 5 баллов, все в порядке выступления команд в этом блоке. Так, начнем. Команда «Одноклассники», город Серетамак, гимназия номер 1. Ваши оценки. 2 четверки, остальные 5. Идем дальше. Сборная плохих учеников, гимназия 86. 1 четверка, остальные 5. Далее у нас Level Up, гимназия 86. 1 пятерка, остальные 4. Сказки на ночь, центр образования 159. 2 пятерки, остальные 4. Сила небес, гимназия 91. Все судьи 5 баллов. И команда КВН «Момент», гимназия 86. Все судьи 5 баллов. Что ж, совсем скоро мы начнем наш второй конкурс. Конкурс, который называется «Мини-коп». Это мини-конкурс одной песни, по итогам которого будут общие оценки за текущий блок. Пока промежуточные результаты. Level Up 4,14. Ваши аплодисменты здесь. Сказки на ночь 4,28. Одноклассники 4,71. Сборная плохих учеников 4,85. Сила небес и момент 5 баллов ровно. Мы провожаем команды и готовимся к следующему конкурсу под ваши аплодисменты.
Пока команда готовится к следующему конкурсу, я не устану это напоминать, что игры проводятся при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на средства гранта главы Республики Башкортостан. Здесь отдельные аплодисменты. Так, немножечко про этот конкурс. В этом конкурсе команда использует одну песню на весь конкурс. Конкурс мы назвали мини-конкурс одной песни, потому что будут короткие, смешные песни. Оценивается также в максимум 5 баллов. Мы готовы встретить первую команду, команда «Одноклассники» из гимназии номер 1 города Стерлитамак. Дорогие друзья, наша команда из первой гимназии, и нам сегодня принципиально стать не просто первыми, но еще и красиво пройти в финал. Всем позитива от нашего коллектива! Выступим смешно и в финал пройдем красиво, ведь Мигель красивый, Доминик красивый, Ролан красивый и Камиль красивый. И Миша! На любителя Миша! Я Мишка! После танца отдышка! Кубинские ведущие красноречивы, и все как один, очень красивы. Каретка красивый, Крицу красивый, Шайхудинов красивый, Низамов Артур дешевый! Он ведет за 2000 дороже, чем Эрик Тукаев! Красивая Уфа, красивый Конгресс-холл, какой красивый зритель на КВН пришел. Красивой нашей песней мы покорили зал, и мы с командой точно украсим ваш финал. Спасибо! Уфа, спасибо, спасибо! Одноклассники, сила! На сцене была команда «Одноклассники», спасибо! Что ж, давайте еще раз поаплодируем «Одноклассникам». Прекрасное выступление было. Что ж, я думаю, суть конкурса вы поняли. Коротенькие, смешные, забавные песни. Продолжит этот конкурс команда «Сборная плохих учеников», гимназия 86. Посмотри, как все горит, на вечерний колорит, фиолетовый фонари, я не дам тебе любви. Сборная плохих учеников любит поржать на уроках. Поэтому от учителей мы часто слышим фразу: «Ну расскажи всем, вместе посмеемся!» Для вас поет народный хор задних парт. Изящные и улетные, сокращенно ИУ! Школьные частушки! Есть у нас обеды в школе, но туда не ходим мы. Ведь зачем тогда нам в классе парты задние нужны? Если на уроке в школе резко вдруг все загрустят, просто подождите вы, когда училке позвонят. Все! Перед вами выступал... Перед вами выступал народный хор задних парт. Надеемся, что помимо одышки мы сегодня и победу получим. Спасибо! Ты так хороша, но не моя, не подошел. Далее у нас снова еще одна команда из гимназии 86, команда, которая называется Level Up. В своей песне мы расскажем, от чего все дети ловят настоящий кайф. Ничего на свете лучше нету, чем такой толпой съездить в планету. Зависать там будем на фудкорте и бесить всех остальных колонкой. Кайф! Ничего на свете нету, когда верхом иду я, а не еду. Возвращаюсь
Всем 5 по физре поставлю, если выиграете. Кайф! Команда КВН Level Up. Надеемся, что после результатов наша команда тоже скажет. Кайф! Спасибо! Продолжаем все в том же порядке, что и на конкурсе приветствия. Далее у нас продолжит команда «Сказки на ночь» из Центра образования номер 159. Совсем скоро 8 марта, и в преддверии этого праздника мы подготовили свою девчачью песню-хотелку. Dyson, Apple, Pandora. Получить хотели мы это, или хотя бы столик в ресторане. Наши запросы явно не титаник. Вспоминайте, что вы нам дарили. Мы даже носочком рады были. Хоть выпить, спроси, купили. Но мы же с этим как-то жили. Не надо, нет, не надо нам носков. Не надо старых маминых духов. От них воняет, словно это пот. И запах отгоняет всех пацанов. Ну что вы придрались, нормальный аромат. Вы вообще дарили нам сертификат. Ну серьезно, девочки, ну какой сертификат в планету книг? Да я на 100 рублей даже контурную карту не куплю. Ладно, так уж и быть, подарим вам проход в финал. Уважаемые члены жюри, вы же поможете милым девочкам сделать подарки им. Но без вложений. Пожалуйста. Фу, как ванильно. Ну а с вами была команда КВН «Сказки на ночь». Спасибо. Моя яхта не станет Титаника. Нет, не надо слов, не надо паники. Далее у нас конкурс одной песни команды «Сила небес», гимназия 91. Под ваши аплодисменты. Эй, губы нелётная погода. Это город светит в любую время года. Нам на любой планете не хочется. Друзья, чтобы порадовать взрослого человека, нужно очень сильно постараться. А детям для счастья многого не надо. Об этом и будет наша песня. Уроки прогулять и в телефон играть. И день сеть под рингтон училки. Не вызвали к тоске. Пришел, а мама не ругает. Я счастлив. Не надо ехать в филармонию, а значит мы напеваем. Чипи-чипи, чапа-чапа, дуби-дуби, даба-даба. Эта песня будет заедать. Чипи-чипи, чапа-чапа, дуби-дуби, даба-даба. Так давайте с нами танцевать. Чипи-чипи, чапа-чапа. Друзья, ну и в конце, нам очень жаль, что другим командам капец. Почему? Но они же сейчас здесь выступать будут, а у всего зала в голове. Команда КВН «Сила небес», спасибо! Я тебе небо дарю, я тебе звезды дарю, я тебе целую. Это было выступление команды «Сила небес». Завершают второй блок и конкурс одной песни команды из гимназии 86 под названием «Момент». В своей песне мы хотим рассказать историю про нашего Степу. Когда дали Стёпе деньги, чтобы он купил продукты, побежал с Карибацем Байрам. Байрам! Оплатил, все собрал, быстро домой погнал.
кричит там громко. Молодец, дачу себе оставь. Стёпа реально нереально богат. Он богат. Заработал с продуктов движат 500 рублей. Стёпа реально нереально богат. Он богат. Заработал с продуктов движат. Держи, внучок, пока мама не видит. Теперь у Стёпы котлета дежат. Да фига! Ему бабок бабка дала. Да-да-да! Теперь у Стёпы котлета дежат. Целый косар! Ему бабок бабка дала. Да-да-да! Команда КВН «Момент». Надеемся, что для нас в финале есть местечко. Ну, либо я его куплю, ё-моё. Спасибо! Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Не светит солнце, хоть и говорили все. На этом первый блок команд закончен, и я приглашаю все команды этого блока на сцену. Сейчас мы узнаем оценки за конкурс одной песни, также в порядке выступления команд. И узнаем средний балл за два конкурса, поймем, какие три команды проходят финал напрямую, а какие отправляются в режим ожидания до конца сегодняшнего полуфинала. Итак, давайте в порядке выступления команд. Конкурс одной песни, оценки. Команда «Одноклассники», город Стерлитамак. Роман Олегович внес интригу, но все судьи 5 баллов. Далее была сборная плохих учеников. 2 четверки, остальные пятерки. Далее была команда Level Up, гимназия 86. Итак, у нас 3 пятерки, остальные четверки. Сказки на ночь, центр образования 159. 2 пятерки, остальные четверки. Далее была команда «Сила небес», гимназия 91. 1 четверка, остальные пятерки. И завершала этот конкурс команда «Момент». Одна четверка, остальные пятерки. Средний балл за два конкурса. Команда «Одноклассники» 9,71. Сборная плохих учеников 9,57. Ваши аплодисменты здесь. Level Up 8,57. Сказки на ночь 8,57. Сила небес 9,85. И команда «Момент» 9,85. Таким образом, напрямую в финал проходят команды «Сила небес», «Момент» и «Одноклассники», город Стерлитамак. Что ж, эти три команды напрямую попадают у нас в финал, а остальные отправляются в режим ожидания до завершения нашего сегодняшнего полуфинала. В любом случае, всем командам еще раз громкие аплодисменты. Впереди еще 7 коллективов. Сыграем мы блок по таким же правилам. Сначала у нас будет конкурс приветствия, потом конкурс одной песни. Все стандартно, все просто. Начинает второй блок команда, которую я совсем скоро объявлю. А пока хотелось бы напомнить, что игры проводятся при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике. Отлично, отлично. Итак, начинает второй блок команд. Команда из Центра образования 76. Команда «Свои». Девочки, девочки, танцуют. Девочки, девочки, танцуют. Девочки, девочки, танцуют. Раз, два, три, четыре, пять. Именно столько часов понадобилось Даше, чтобы сделать себе прическу, как у героини мультфильма «Храброе сердце». Хотя такой доширак обычно быстро приготовить можно. Команда КВН «Свои», добрый вечер! На сцене
типичная молодежь. Ну, молодежь! Это мы в красном-белом 3 часа считаем мелочь возле стенда с чипсами, а около холодильника с мороженым так вообще зависнуть можем. Мы с 76-й школы, которая находится напротив колхозного рынка. Да-да, поэтому на нашей школьной ярмарке мы помимо печенья, нет-нет, еще и мясо на развес продаем. Черниковка настолько суровый район, что даже салон красоты для девушек называется «Красава». Ирина Сухарева! Приезжайте к нам, будете красавой! Так, девчонки, сегодня важная игра, поэтому нужно пройти финал так же, как мы ходим в женский туалет. Это как? Все вместе! Кайфуем! Танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем. Представьте, школа где-то в параллельной вселенной. Девчонки, прикиньте, нашу дискотеку физрук проводить будет. Ура! Старые кринжовые песни! Да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем. Ребенок на семейном празднике перепутал стакан. Дед, я твою челюсть нашла! Да, да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем. Да, да, танцы под дождем, и... А вы знали, что повара школьной столовой проходят специальные курсы боевой подготовки? Запомните, теперь вы повара школьной столовой! Навсегда забудьте про логику, потому что теперь с большой кастрюли с надписью «Компот» вы будете разливать суп на 100 человек! Навсегда! Навсегда запомните, что вы должны протирать столы так, чтобы рукава рубашек школьников всегда были мокрыми! Имитируем ситуацию. К вам подошел физрук и подмигнул. Ваши действия. Наложи ему здоровенную учительскую порцию! Почему? Потому что мы с ним мутим! Отлично! Прозвенел звонок с урока. А это значит, что скоро сюда сбежится толпа голодных первоклашек. О, осталась последняя сосиска в тесте. Зашибись, быстро на физру переоделся. Переносим все столы и стулья. Зачем? Потому что завтра тут будут проходить выборы! Ну и в конце, для нашей команды финал юниор-лиги это как сеанс фильма «Лед 3». Ты это к чему? Ну без девчонок там вообще никак. Перед вами выступали повзрослевшие девчули! Да ладно, расслабьтесь, мы свои, спасибо! Далее в этом блоке со своим конкурсом приветствия выступит команда из Башкирской гимназии 48, команда «Сетакей». У нас в школе самые красивые девочки. Да чё они вас отправили? А
мое, ага. Вот вам два колпака, чтоб наверняка больше кофе, меньше молока. Привет, полуфабрикат! Полуфинал вообще-то! Перед вами чемпионы мира по КВНу на башкирском языке. Поехали! Случай в семье. Мама, мама, у всех в классе есть вот такая классная рубашка, а у меня у одной нету. И у всего класса есть, ма? Да. У тебя у одной нету, что ли? Ага. И не беспокойся, завтра же в другой класс переведем. Случай в ветеринарии. Мэ-мэ! Так с ним же все нормально. Руки на месте, ноги на месте, голос есть. Мэ! Это собака? А-а-а! Так логопед в следующий кабинет. Быть ребенком Мулы непросто. Мула со своей дочкой в магазине. Так, сок по акции. Вкусный, наверное, куплю себе. Аминь. Аминь, аминь. Бисмилла, молодец, дочка. Такая воспитанная. Так. Печенье по акции тоже куплю себе. Аминь. Аминь, аминь. Бисмилла, надо говорить. Амин, амин, бисмилла. Дорогие друзья, еще никогда КВН-команды из Башкортостана не становились чемпионами высшей лиги Маслякова. Но мы, наверное, тоже не станем. Но зато наберемся большого опыта в русском языке. Е-е, амин, бисмилла. I lost, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black. They left my side, and all I say is that I wasted time when... Давайте еще раз поаплодируем команда СТК, Башкирская гимназия 48. Далее у нас снова гости нашей столицы, команда из Стерлитамака, из школы номер 11, команда «Та самая». Привет, Уфа! На сцене та самая команда КВН из Стерлитамака, города, в котором туманы бывают чаще, чем в Лондоне. Катя, это не туманы, это заводские газы. Катя, а откуда у тебя гироскутер? Тимур Тахирович дал, так сказал. На, припаркуй. Ты хочешь сказать, он на этом сюда приехал? А как ты еще собираешься по уфимским пробкам добираться? The Bluetooth device is connected successfully. Рома Жук, отключитесь, пожалуйста, от гироскутера. Катя, ты что, его прям на сцене припаркуешь? Ян, это Уфа. Здесь, где свободно, там и паркуются. Что за шум, а бати нет? А это наш батя, по совместительству учитель биологии. Поэтому втихаря мы зовем его Биобатя. Ну, Владислав... Ну, Владислав Вячеславович, как отдохнули, какие новости? Да вот, недавно с Ольгой встречался. С одноклассницей? С ураганом. И как прошла встреча? Сногсшибательно. Кстати, вы для полуфинала обещали подготовить что-то грандиозное. Ну, что у вас? Ничего. В смысле ничего? Хотя бы миниатюры покажите.
Малый бизнес процветает даже в школе. Отличницы дают списать домашку только за коробку конфет. Ну все, капец! Ну кто тебя просил покупать конфеты с ликером? Представьте, Орел и Решка приехали в Черниковку. Орел, Решка, 3, 4! Что это было? По-моему, мэр. Девочки, а неплохо у нас получается. Что там у вас без меня получается? И почему вы так странно одеты? За проход в финал нужно бороться до конца. И как вы собираетесь это делать? Как говорил Александр Карелин, я знаю много приемов, но использую только один. Эль Примо! Ну и чего вы разлеглись? Жду. Чего? Пока два ребра срастется. Алло? Алло, Владислав Вячеславович, это ЮСИФ, команда борцы «Северный десант». Вы аренду костюмчика продлевать будете? Это еще и в аренду? Это еще и в кредит. Так вот, зачем ему наши паспорта нужны были? Так, девочки, спокойно, заканчиваем. Та самая команда КВН с любовью к вам, и к борцам. Продолжаем конкурс приветствия второго блока нашего сегодняшнего полуфинала. Команда из лицея номер 106 «Содружество». Команда так и называется «Содружество». Добрый вечер! На сцене команды КВН «Содружество». Мы то самое поколение, которое, когда вырастет, будет ностальгировать по Егору Криду и Стибизи Туалету. Да, такую страну потеряли. Мальчики, может, у вас что-то есть? Да, чтобы пройти финал, мы собираемся поступить как настоящие мужчины. Блин, я не хочу после школы в аграрный! Эх, чувствую себя Элвином Греем. Почему? Ну, я буду петь, вы будете терпеть. Были у бабуси странности во вкусе, потому в деревне были розовые гуси. Эх, не могу терпеть это равнодушие. Артур, я вызываю вас на дуэль. Вот блин, из этих варжек на резинке даже на дуэль не могу вызвать. О, Ярик, а ты чего в таком виде? Ты что, бард? Нет, блин, пацаны на гитаре играли, а я просто рядом стоял. Ну, конечно, я бард. А с чего ты решил, что ты бард? Ну как, у меня дед бард, отец бард, ну а я тоже не хочу на работу устраиваться. А что за одежда-то на тебе? Не знаю, ну тут два варианта. Либо это я за дедом донашиваю, либо это Баленсиага. Давайте к финальному номеру. В истории много драматических сюжетов, но нет ничего драматичнее, чем подростковые отношения. Ну вот, как и обещал, незабываемое свидание.
тебе точно это понравится. Между прочим, это лучший Ростикс во всей Черниковке. Я об этом и хотела поговорить. Мы не можем быть вместе, мы слишком разные. Вот у меня iPhone, а у тебя... Это Poco Redmi 18 Ultra X Pro. Убийца айфона. Вот я про это и говорю. Ладно, мне надо идти на балет. Ой, ну иди. У меня вообще-то тоже дома важные дела есть. Какие? Майнкрафт. Кто это? Это мой ухажер. Я думал, я у тебя единственный кандидат. Ну ты чего, глупенький, у нас же не выборы. Тогда давай разберемся по-мужски. Боюсь, у тебя нет шансов. У меня с собой бита. У меня в школе ритмика была. Я вот всех этих тупых предметов больше не боюсь. Все-таки верно математичка говорила. Знание — сила. Вау, ты такой крутой. Да, для тебя я даже стих сочинил. Любил тебя, как перемену в школе. Когда не задали ДЗ домой. Когда учитель не кричит, а на приколе. Когда в столовую бежим толпой. Но про меня забудь и уходи. В конце нашей истории много точек. И помни, что теперь нашей любви нам больше не достать двойной листочек. Вау! Это что, Шекспир? Лучше, Джейсон Стэтхэм. Команда КВН «Содружество», спасибо! Кабы не было тебя, у меня, я боли бы не знала. Кабы не было меня, у тебя. Мы почти завершаем конкурс приветствия в этом блоке. Продолжит его команда из гимназии 86. Команда «Девчули». Ваши аплодисменты! Надеюсь, долетели без штрафов. На сцене девчули. Всем приветули! Нашлись обучики для СЕО и заказания. В рамах бунту одно скутку бэнде попыла в пижаме. Ну что, девчули, нам обязательно нужно проходить в финал. Что будем делать? Пройдем по связям. В жюри сидит моя мама Ирина Сухарева. Ты думаешь, кто-то в это поверит? Да у нее столько детей, ты думаешь, что-то проверять будет? Так, девчули, сегодня полуфинал, нам надо что-то веселое. И кто это? Наш классный руководитель. Сегодня в школе проверка, а мы на КВНе. Вот она и бегает туда-сюда, как в попу ужаленная. Вы совсем с ума сошли? Быстро проводите нашу классную руководительницу со сцены! Мария Ивановна, там в классе цветы засохли! Срочно поливать, срочно поливать! Тиса, бутики, тиса, бутики, тики. С такими шутками мы точно не пройдем в финал! Не волнуйтесь, девчули! Диалоги тет-а-тет до утра зажили были, от нее секретов нет! Мальчики, вы чего так вырядились? Мы охотники за редкими видами насекомых. А при чем тут КВН? Просто говорят, что сегодня в жюри какой-то жук сидит. Зачем вы так про Рому говорите? Да не он! Мы про Эрика Тукаева!
нему претензия. На серьезных мероприятиях КВН вы приходите обычно в таком образе. А сейчас ты пришел в одежде! Для тебя юниор-лига это что? Несерьезное мероприятие? Мальчики, вы хватит нести чушь. Вы зачем вообще вышли? Мы придумали шоу, которое понравится всем родителям. Уральские пельмени уже занято. Да не это. Ладно, показывайте. Добрый вечер, в эфире детское модельное шоу «А ну-ка покажи, что мы тебе купили». Шоу, где родители могут повыпендриваться вещами своих детей перед родственниками в онлайн-режиме. Встречаем нашу первую модель, Олег Залипало. По движению пальца по узорам его одежды сразу понятно, что Олег ночевал у бабушки. Встречаем следующую модель, Максим Хрюндель. По спине данной модели сразу понятно, что Максим в школе обтирался об стены. «Свинота такая, только вчера постирали», — цитирует личный стилист Максима. Следующая модель — Алексей, сын маминой подруги. У него в школе одни пятерки, идеально выглаженная рубашка, брюки со стрелочками, не как у меня. Пошел вон, с подиума бесишь! Это было детское модельное шоу «А ну-ка покажи, что мы тебе купили». В следующей передаче мы обсудим с вами кринжовую одежду для новогодней семейной фотосессии. Ну и в конце, если нашей команде поставят плохие оценки, то мы не расстроимся. У нас есть тапок. Если что, мы прихлопнем этого жука. Мальчики! Командка Венди в тюле, мы еще не наигрались. Давайте еще раз поаплодируем девчулям, было, по-моему, замечательно. Так, идем дальше. У нас осталось всего две команды в этом блоке, в конкурсе приветствия. И продолжит команда из гимназии 82 под названием «Годненько». Вы чего? Мы команда КВН «Годненько». Добрый вечер! Шеф, музычку. Перед вами пацаны, которые любят залипать смешные видосики. И ходить с расправленной рубашкой. Одним словом, чушпаны, сколько раз повторять, мы годненько! Ну чё, парни, цель — пройти финал. У нас сегодня сильная конкуренция. Даже немножко страшно. Страшно дома ночью на Лего наступить. А чтобы пройти дальше, нам нужно включить видос, который понравится любому уфимцу. Я тебе сейчас. Давай не ругайся со мной, я глава республики. Девочка, танцуй, всё пройдёт вскоре. Хорошо, не переживай, он не со зла. Вот, бедолагу сейчас нашему школьному психологу ходит. Ты иди за кулисы, а я потом подойду, прикол расскажу. Вместе поржем. Знакомьтесь, это Яна, староста нашего класса. Так, вы почему вчера урок ритмики пропустили? У нас была уважительная причина. Какая? Мы не хотели. И не докопаешься. Все по факту. Ладно, Ян, ты зачем вышла? Чтобы помочь. Сегодня играют мощные команды, поэтому нам нужно усилиться. И кто же это?
это? Это мой братик Арон. Нифига у него медали! Больше, чем у сына Рамзана Кадырова! Извинись! Зачем? На всякий случай. Я вам говорю, он все умеет. Наша мама записала его на 8 секций, плюс дополнительные занятия по китайскому языку. Да я еще и на стрельбу из лука записался. Зачем? Чтоб застрелиться. Я китайский реально не вытяну больше. Ладно, ребят, давайте сделаем так, чтобы все наши зрители реально кайфанули. Я не буду никому делать рельсы, шпалы. Да мы не об этом. Время смешных видосиков. Подождите, для прохода в финал простых видосиков может не хватить. Мы знаем, поэтому сегодня в них будут принимать участие наши члены жюри. Все мои ученики уже зарабатывают от 100 миллионов долларов. О чем хочешь подумать? О чем? Не надо думать. У меня есть рассрочка. Ты можешь легко приобрести в рассрочку от любых банков. Команда КВН годненько! Команда, которая смешнее видосиков, где собаки твердо... Далее у нас завершит конкурс приветствия в текущем блоке команда гостей нашей столицы из Оренбурга. Команда называется «Лавыз». Под ваши аплодисменты. В Госдуме предлагают перенести столицу российского государства в центр Евразии – Оренбург. Встречаем столицу Башкирии, столицу России! Ну привет, провинция! Мы теперь эти, как их там, фифы. Мы теперь на вас капец как похожи. Нам теперь тоже метро обещают. Но вы не переживайте, Уфа, мы про вас не забудем. Ведь новой Москве нужен новый Питер. Лафыс, привет! Но зачем же такая любовь, то не сбудется, не получится. Но зачем же такая любовь, то не нравится, отдышаться. А мы играем в КВН, чтобы найти себе мальчиков. Девочки, зачем нам мальчики? Без них справимся. Ну да, и в футболе разобраться многого ума не надо. Обыграет всех подряд наш уфимский Салават. Они вообще-то в хоккей играют. Да по последним результатам непонятно, во что они играют. Да, будем как сериал на Netflix. Нам мальчики не нужны. В смысле не нужны? Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек вздыхает, сколько слез проливает. Слава, это чё? Моё хобби. А, хобби-хорсинг! Нет, я просто люблю игрушки ломать. Не глядя на тебя. В смысле вам мальчики не нужны? Ну, не нужны. А умный, солидный, молодой человек? Фу, нет, зачем нам эти додики? Ну, простите, Артур, я пытался. Слава, ты нам не нравишься. Да ну и ладно, я понравлюсь жителям Уфы. И как же? Вашему вниманию, моя новая разработка.
флеш-кирафон. В нем камера не только четкая, но и автоматически улучшает фото. Также на все устройства установлен календарь, календарь праздников и календарь мусульманских праздников. Еще на все устройства специальная игра скачана. Subway в Уфе. И чем же она отличается от обычной? В нашей сложнее. Персонаж бегает по гололеду. Все, Слава, иди отсюда, а мы к номерам. Когда класс дежурит по школе, некоторые люди принимают это слишком буквально. Ева, не драматизируй. Нам сказали просто стоять. Из-за таких, как ты, эта школа и погрязла в коррупции и бегающих первоклассниках. Стоять. Вы имеете право хранить молчание. Чёртовы федералы! Какая смешная миниатюра! Это чё, Слава возле жюри стоит? Ого, а ведущий отсюда совсем другой! У него, оказывается, не только половина лица есть. Слава, ты чё возле жюри забыл? Я охраняю их. Чтобы не убежали. А ты думаешь, они сбегут? А ты думаешь, они добровольно сидят? Жук, Сухарева, Хасанов, они занятые люди. А Шайхудинов? А Шайхудинов? Ну, Худинов добровольно. А зачем их охранять? Ты чего? Это же детки КВН. Ты не представляешь, что с ними за плохие оценки сделать могут. Кто? Дети? Нет, мамы! Ну ты раз там стоишь, ну выброси хотя бы у них хорошие оценки. Да я не умею выпрашивать. Ну как у мамы выпрашиваешь? Блин, мам, у тебя такая классная прическа. Спа-салон на тебя, конечно, очень хорошо действует. Вот смотри, какие девочки хорошие. Вот давай их всех к себе возьмем. Это не вам, Ирина Сухарева. Не подслушивайте. Слава, встань! Извините, Тимур, но нас точно надо брать в финал. Смотрите, как вы похорошели. В смысле? Ну вот, целые 40 килограмм сбросили. Для вас выступала команда КВН Love Is. Идем в финал налегке. Что такое Love Is? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое Love Is? Это были все приветствия второго блока. Под ваши аплодисменты я приглашаю все команды на сцену. Что ж, схема та же, в порядке приветствия. Мы сейчас готовы услышать оценки от многоуважаемых членов жюри. Я сейчас озвучу, каким именно командам. Центр образования 76, команда «Свои». Оценки за конкурс приветствия. 3 четверки, остальные пятерки. Далее была команда «СТК», Башкирская гимназия 48. Одна четверка, остальные пятерки. Та самая Стерлитамак, школа номер 11. Три четверки, остальные пятерки. Содружество, лицей номер 6, Содружество. Одна четверка, остальные пятерки. Команда КВН «Девчули», гимназия 86. Все судьи 5 баллов. Команда «Годненько», гимназия 82. В
все судьи 5 баллов. И команда «Лавыз», город Оренбург. Все судьи 5 баллов. И мы готовы узнать средний балл за этот конкурс. Команды «Свои» и команды «Та самая» 4,57. Команды «СТК» и «Содружество» 4,85. И команды «Девчули», «Годненько» и «Лавыз» 5 баллов ровно. Пока команды готовятся, я не перестаю вам напоминать, что игры проводятся при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на средства гранта главы Республики Башкортостан. И здесь ваши аплодисменты. Что ж, у нас остался всего один конкурс, конкурс одной песни, схема все так же. Команды поют маленькие смешные песни. Команда «Свои», центр образования номер 76. Да, да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем, о любви поем, мы ее найдем, да. Быть адекватной девушкой не так уж и просто. Об этом и будет наша песня. Не кринжовой быть девчонкой, запомни раз и навсегда. Носить такую вот одежду тебе не нужно никогда. Вот так вот танцевать не надо, чтоб стыдно не было с утра. Такие вот голосовые не отправляйте никогда. Типа я такая, типа еду вечером. Ой, я не еду, ну типа что-то у меня там, что-то, ну там как-то так, кое-что быть, ну там не кое. Хотя все девушки на свете быть красивыми всегда и просыпаться будто в фильмах, не добиваясь никогда. Чтобы стройной быть тебе девчонкой, ты в Черниковке погуляй. Тебе там ночью кто-то свистнет, ты будешь бегать, ай-яй-яй. Тебе там ночью кто-то свистнет, ты будешь стройной, ай-яй-яй. Дорогие девушки, пожалуйста, почаще приезжайте в Черниковку. Погуляв тут вечером, вы будете стройными и спортивными. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Спасибо команде КВН «Свои», а мы идем дальше. Далее у нас башкирская гимназия номер 48. Команда «СТК» со своим конкурсом одной песни. Посвящается всем бабулям, скучающим по своим внукам. Я вообще делаю, что хочу. Болит башка, звоню врачу. Все уступают мне в трамвае место. Вы просто мне завидуете, мол, я ворчу. Я не ворчу, я на лоб плачу. Я не ворчу, когда пенсия. Мой внучок мне говорит, да деньги, бай. И даже навещает меня иногда. Я никогда не скажу своим внукам нет. Они летом приезжают ко мне балдеть. Любимый звук у них — это звон монет. И Миша мне опять испортил паркет. Не прихожу я в гости, но за деньги, да. Не вижу внука дома, но за деньги, да. Копает он картошку мне за деньги, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, да. За деньги, да, за деньги, да, да. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да. Это я в деревне, бабки помогают. С первого июня в аул приезжаю. Все мои подруги на улице играют. Они видят мои шмотки и тупо угорают. Пусть не забывают, как я попотела. Я раскидываю землю направо и налево. Это моя афера, внучка пенсионера. Мне платят за работу, я люблю ее манера. Эту внучку воспитал не я, внука тоже воспитал не я, в школу тоже водил не я, но мамку-то вашу воспитала я. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да, да. За деньги, да, за деньги, да. Дорогие внуки, почаще приезжайте к своим бабулям, ведь они вас так любят и скучают по вам. Да, да, да. Спасибо команде СТК. Мы идем дальше. Далее у нас команда из города Стерлитамак, школу номер 11. Команда «Та самая». Все хорошо.
хорошее когда-то заканчивается. Вот и наш биобатя решил сменить вид деятельности и уйти из КВНа. Поэтому мы решили посвятить ему эту песню. Девочки, как это он решил уйти? Он же вчера так на репетиции танцевал! Ага, правда, стены иногда подрагивали, и штукатурка отвалилась. Опять Батяня фанфары звучат, ты пузо не прятал за спины девчат. Летал, как и прима, на мостик вставал, потом на поличном лежал. А все равно он классный, меня машину научил водить. Правда, получилось это только с третьей машины. А мне он щенка подарил, мы с ним так здорово играли. Только вот щенок вырос, а я нет. Ну что же, девчата, давайте споем, как тесным перестал он и ночью, и днем. Как на репетициях нас он гонял, как с ним мы пробились в финал. Девочки, так мы вроде еще и не прошли в финал. Да и без него вряд ли получится. А со мной получится! Девочки, он вернулся! И снова на сцене мы вместе с тобой, большой КВНовской нашей семьей. И нам не страшны ни жюри, ни года, КВН в нашем сердце всегда. А почему мы решили спеть именно эту песню? Просто если мы пройдем в финал, Биобатя обещал нам в городе памятник поставить. А если не пройдем? Тогда за городом. Да, самая команда КВН, спасите! Идем дальше. Следующая команда из лицея номер 106 «Содружество», которая так и называется «Содружество», со своим конкурсом одной песни. А наша команда представляет вам самую жизненную песню. И мне на душе снова очень грустно. Не хочу маму звать, а то поссоримся с ней очень сильно. Я не ревновал, а ты снова повторял, что меня цыгане в семью отдали. И уже в пятый раз я вновь повторяю, а я простил тебя, простил, когда приемным называл. К стене ты скотчем прилепил, гуся на меня натравил. Ты спать мешал, ты суп давал, что не поступишь больше так. Но я хочу, чтобы ты все знал, спасибо, что меня воспитал. И почему была спета песня именно о старших братьях? Да потому что они самые классные, самые лучшие и самые кайфовые люди в мире. Ты чего? Да просто мой старший брат в зале сидит. Команда КВН «Содружество», спасибо! Кабы не было тебя, у меня, я более бы не знала. Далее свой конкурс одной песни нам представит команда, которая называется «Девчули» и представляет гимназию 86. У детей помимо родительского собрания есть много других страхов. Об этом и будет наша песня. Что горло мне не оторвет, ведь так не должно.
не ори, застегнула уже. Если девчули финал не пройдут, то кипишури здесь они наведут. Ведь так не должно быть на свете. Что за оценки в жюри, студенты? Мальчики! Команд КВН «Девчули», мы еще не наигрались. У нас осталось всего две команды в этом конкурсе. Одна из них представляет гимназию 82 и сейчас выйдет на сцену. Годненько! Наша команда приготовила песню про место, где тусуются дети, взрослые и даже пенсионеры. В деревне есть место, чтоб покайфовать. Каждый из вас там должен побывать. Дом висит, диско-шар. Перестроен недавно, там был пожар. Это сельская диско. Музон там звучит. С диско кринжовые танцы. Все в рубашках и сланцах. Очень сильно свининой. На входе там спирт. Киса, крики и визги. Все это сельская диско. Все это сельская диско. Команда КВН «Годненько»! На песне второго блока и наш сегодняшний полуфинал в целом. Команда из Оренбурга под названием «Лавыз». Встречайте! Дорогие друзья, видим, что вы уже устали, поэтому специально для вас мы подготовили караоке. 80% в зале — это мамы, поэтому мы подготовили песню специально для них. А ну, Асю петь будем. Красным поем мы, синим поем мы вместе с вами, а зеленым — золотой голос Республики Башкортостан Тимур Шайхутдинов! Начинаем! Понравилась Уфа, полюбили мы ее. Здесь красивое все, даже ветхое жилье. А среди жителей фриков нет почти. Можем мы вас в арт-квадраты отвезти. Верим, что после игры не будет ни одной слезы. Если жюри вас обидят, будем разбираться мы. Каждая команда выглядит серьезно. Смешнее им будет непросто. Теперь на сцене каждая из нас царица, царица. Ничто не помешает нам победить. Ай, как так. Тимур поплыл, Тимур попал. А как он старается, как он стесняется. Девочкам они стараются. Видим, что не все пели, но ничего страшного. В следующий раз мы подберем песню Элвина Грея. Для вас выступала команда КВН Love Is. Love Is — это КВН. Спасибо. Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое, что такое?
что ж, это команда, которая завершала этот конкурс, и под ваши аплодисменты я приглашаю все команды сегодняшней игры на сцену. Хотелось бы напомнить, что игры проводятся при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на средства гранта главы Республики Башкортостан. Партнеры фестиваля – Центр подготовки вожатых «Салар», в котором проходят самые мощные курсы вожатых в Республике Башкортостан. Давно мечтал поработать в лагере? Сканируй QR-код на экране и записывайся на бесплатное обучение. Здесь аплодисменты. Замечательно. Так, смотрите, как мы сейчас поступим. Мы услышим оценки за конкурс одной песни второго блока команд. Далее услышим слова жюри и потом уже узнаем итог, кто же у нас проходит напрямую сегодня. Итак, поехали. Конкурс одной песни второго блока. Команда КВН «Свои», центр образования номер 76. Три пятерки, остальные четверки. Команда СТК, Башкирская гимназия 48. Две четверки, остальные пятерки. Та самая, город Стерлитамак, школа номер 11. Три пятерки, остальные четверки. Содружество, лицей номер 106, Содружество. Все судьи 5 баллов. Команда КВН «Девчули», гимназия 86. Все судьи 5 баллов. Команда «Годненько», гимназия 82. «Годненько» 3 четверки, остальные пятерки. И команда КВН «Лавыс», город Оренбург. Все судьи 5 баллов. Что ж, пока у нас считаются оценки, хотелось бы наградить команды за участие в нашей сегодняшней игре. За участие награждается команда «Сила небес», гимназия 91. Команда «Лавыс», город Оренбург. Команда «Годненько», гимназия 82. Команда «Содружество», лицей 106, «Содружество». Команда КВН «Та самая», город Стерлитамак, школа номер 11. Команда «СТК». Команда «Свои», центр образования 76. Да, мы вас ждем. «Девчули», гимназия 86. Команда КВН «Момент», гимназия 86. Команда «Одноклассники», город Стерлитамак, гимназия номер 1. «Сказки на ночь», центр образования 159. Команда Level Up, гимназия 86. И команда «Сборная плохих учеников», гимназия 86. Спасибо. Что ж, все участники награждены. Мы готовы услышать слова жюри о текущей игре. Пару слов буквально хотелось бы услышать. И затем узнаем итоги нашей сегодняшней игры. Давайте начнем. Тимур Шайхудинов, под ваши аплодисменты. Друзья, давайте, ребята, поаплодируем. Смотрите, сколько их много. Но, к сожалению, в финале останется только половина. Это как бы и грустно, с одной стороны, и радостно, потому что все равно ребята развиваются, и это игра, и кто-то должен побеждать, а кто-то остановится. Но будет в следующем году новый сезон, и обязательно мы все команды ждем. Здесь многие команды играют не один сезон, а то и три. Друзья, 31 марта уже будет финал, так что заранее ищите билеты сюда, чтобы попасть. Но в целом вы все большие молодцы. Мы видим часто вас и на редактурах, и на занятиях наших с вами. Но, к сожалению, с кем-то придется попрощаться. А так, удачи всем, спасибо за игру. Спасибо вам. Ирина Сухарева.
Ведь так не должно быть на свете, чтобы за оценки жюри боролись дети. Огромное спасибо за игру, которая была сегодня. Нет, на самом деле я это говорю, потому что безумно сложно оценивать. Это игра, и мы понимаем, что в этой игре не просто сегодняшняя игра на сцене, это на самом деле огромный труд команды редакторов, команды организаторов, команды детей, команды их наставников и, конечно же, вас, родителей. Насколько круто вы поддерживаете своих детей, ребят. Родители, вам большое уважение за таких вот прекрасных, достойных детей, которые наизусть не теряются. Видно, что волнуются, но настолько видно, что растут очень прям. Никогда не сдавайтесь, ребят. Всегда, всегда идите вперед. Большая-большая семья КВН города Уфы, Республики Башкортостан. Вам огромный респект. На самом деле, это такая школа жизни. Большое спасибо. Я сегодня смотрела КВН, как маленький ребенок залипает же в мультфильме вот так. Оторваться не может, смеется, и очень-очень много искренних эмоций. Большое всем спасибо, большое уважение. Спасибо вам. Ранис Хасанов. Спасибо большое. Ирина уже все сказала. Я сижу, думаю, ну вот что же я скажу, ребята. Но, ребят, реально очень тяжело оценивать. Потому что вы все классные, а вот честно, хотелось сделать вот так, и просто чтобы было только одно, была только одна оценка. Но Тимур прав, это игра, и здесь есть победители, и те, кто в следующий раз обязательно станут победителями. Вы большие молодцы, огромное спасибо команде организаторов, огромное спасибо родителям. И, ребят, вам большое-большое спасибо за это классное шоу. Спасибо вам. Роман Янгуров. Всем добрый вечер. Ребят, огромное вам спасибо за чудесный вечер. Безумно было сложно действительно ставить вам оценки, потому что вы все крутые, необычные, уникальные. Многие команды уже вижу не первый год. Соня, Ярик. Ярик, я вообще от себя немножко в восторге. Поднялся скилл. Молодец, красавчик. Ребят, огромное спасибо. Увидимся в финале с вами. Спасибо. Спасибо вам. Далее у нас Эрик Тукаев. Всем привет, друзья. Здрасте. На самом деле, целый сезон я уже почти пропустил. Первый раз сегодня вижу все эти команды на сцене, поэтому вы такие крутые, вы такие молодые. Поэтому давайте еще раз мы наградим их аплодисментами, потому что этим маленьким ребятам они достойны аплодисментов, потому что они провели для нас всех 2.5 часа концерта, правильно? Поэтому, ну и, конечно же, вы, команда, давайте поаплодируем вашим болельщикам, вашим друзьям, одноклассникам, мамам, папам. Все очень круто. Для меня сегодня любовь — это вот парень из команды «Одноклассники». Миша, да, правильно? Миша, ты крутой. Спасибо тебе большое. Спасибо большое команде КВН «Свои», а конкретнее девочке, которая с пышными волосами. Я благодаря тебе вспомнил сериал «Ранетки». Спасибо тебе большое. Ну и девочка из «Годненько». У тебя прекрасный голос, поэтому только счастье и здоровье. Сегодня был смешной КВН, благодаря вам, спасибо большое, посмеялись от души. Илья Ворогушин. Да, всем здравствуйте. Первый раз вообще я на юниор-лиге, и спасибо, что пригласили. На самом деле оценивать эти команды очень тяжело. Смотреть на столь юных и талантливых людей, актерка просто бешеная. Просто бешеная. Ребят, вы классные. Не бросайте это. Занимайтесь КВН. И мне кажется, уже вот очень скоро вас ждет успех на телевизоре. Ребят, вы молодцы. Все, спасибо вам за этот концерт. Спасибо вам. Рома Жук. Всем здравствуйте. Мне очень сильно понравилась игра, особенно вот эта энергетика детская. Команды, когда подают материал, отыгрывают, вся харизма. Вот я сижу в зале, и я настолько... Мне вот на оценке, на самом деле, я бы всех пропустил финал. Настолько был крутой концерт, что вот я даже не знаю, может быть, потому что команды молодые. То есть раньше были команды там старшеклассников, то есть 11 класса. Здесь видно, что прям очень молодые, все актуально, все классно отрепетировано. Вы большие молодцы, очень круто, хороший уровень. Спасибо. Итак, мы готовы узнать оценки итоговые за второй блок нашей сегодняшней игры и узнать, какие три команды с этого блока попадут у нас напрямую в финал. Пока жюри совещается, кто у нас из режима ожидания может пройти в следующий этап, в финал.
Итак, оценки итоговые за второй блок. Команды та самая и свои. 9 баллов ровно. Команды Сетакей и Годненько. 9,57. Команда Содружества. 9,85. И команды Девчули и Лавыс. 10 баллов ровно. Таким образом, в финале полный список команд. Одноклассники, гимназия номер 1, Стерлитамак. Сила Небес, гимназия 91. Момент, гимназия 86. Содружество, лицей номер 106, Содружество. Девчули, гимназия 86. И город Оренбург, команда Лавыс. Давайте поаплодируем всем финалистам и всем, кто сейчас находится в режиме ожидания. Среди оставшихся команд в жюри сейчас примет решение, кого нам взять дальше в финал из режима ожидания. Смотрите, мы вообще хотим добрать одну команду, но Артур же потом... Ты все равно же потом пустишь всех, правильно? Смотрите, у этих команд одинаковые баллы, и они вот заняли там, получается, четвертые места. Мы хотим добрать две команды. С первого блока сборная плохих учеников. Ну и со второго блока такое же количество баллов, одинаковое. У команды КВН Годненько. Таким образом, состав финалистов пополняется двумя командами. Сборная плохих учеников и Годненько. Что ж, совсем скоро состоится финал. Ну а пока спасибо вам за сегодняшний вечер. Еще раз вам аплодисменты командам. Ходите на КВН, любите КВН. Всем пока.